Более 20 молодых семей Тверской области в ближайшее время смогут улучшить свои жилищные условия. Это станет возможным благодаря сертификатам, которые они получили из рук губернатора Игоря Рудени. Торжественная церемония вручения прошла в здании регионального правительства. С места событий материал нашей съемочной группы. У супругов Евгения и Анны Юлкиных трое детей. Как признаются счастливые родители, они всегда мечтали о большой и крепкой семье. Да, временами, признаются Юлкины, бывает непросто. Впрочем, сложности бывают у всех. Однако хранительница семейного очага Анна на вопрос о том, что помогает сохранять мир и благополучие в доме, отвечает практически не задумываясь. Самое главное – это любовь. Это поддержка друг друга, и неважно, в принципе, где ты живешь. Очень хорошо, когда получается улучшить условия, потому что, прежде всего, улучшаешь ты не для себя лично, с милым, как говорят, рай в шалаше, а ты улучшаешь для детей, чтобы у них у каждого было свое свободное пространство. Они могли бегать, прыгать, развиваться. Улучшить свои жилищные условия семья Юлкиных сможет благодаря сертификату, который супруги получили из рук главы региона Игоря Рудени. Он дает право рассчитывать на выплаты, которые можно использовать при строительстве или приобретении жилья. В этом году по этой программе улучшат жилищные условия 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья. В целом за прошедшие 5 лет сертификаты получили около 700 молодых семей. Как подчеркнул на торжественной церемонии вручения глава региона Игорь Рудени, сегодня по инициативе президента страны Владимира Путина в Тверской области реализуются беспрецедентные меры поддержки молодых и многодетных родителей. У нас около 50 самых различных мер поддержки. Хотел бы привести слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сказал, что судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько детей родится в наших российских семьях. Сегодня в Тверской области предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты до 200 тысяч рублей. При рождении второго ребенка молодые семьи могут получить еще до 300 тысяч рублей. А при рождении третьего малыша – до 500. При этом по инициативе областной власти изменен порядок предоставления выплат. Теперь их могут получить родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а в многодетных семьях – 40 лет. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли только те семьи, где возраст одного из супругов не превышал 25 лет.